цикл, уже оделся, хотел тебя снять, пускай это все скажет. В следующий раз я надевать обувь, буду тебя в тусах снимать. Андрюха, глянь, клещи, клещи, да, лезут. Да, 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 давай, давай. Так он у тебя вообще новый? Ну, мы вот перед Новым годом купили, еще месяц два не знаю. Прям вообще не царапин, ничего, хороший мотоцикл. Ребят, вот она стойка, стоим ровненько, хват сверху. Внутренняя нога ровная, куда ты поворачиваешь. Или та, смотря какой поворот. Чем резче поворот, тем ближе к баку. Если это широкий поворот, стоим посерединочке и катимся. Понятно? Торможение, разгон, все стоя. Вперед уходим, разгоняемся. Торможение, тормозим. Передним, задним тормозом, коробочкой передач. Коленками за бак не держимся. Выровняйся. Ты держите за бак коленками. Что это такое? Давно не ездили? Ну да. Держимся вот этой частью. И двигайтесь, амплитуда должна быть. Еще 5 кругов. Особенно когда пятки вниз прогнули, все, уже тогда не можете ничего сделать. Стопа должна быть ровно, можно чуть вперед прям пяточку поставить, это, вот здесь подножку. Чуть вперед наклониться, и тогда мотик управляем. Вот, ну это в другой раз. Сейчас что мы делаем? Выезжаем на эту прямую, да, остановимся в заднюю стоечку, первая передача, и стараемся переднее колесо толкать. Для чего? Чтобы вы были знали, насколько можно сильно зажать передний тормоз. Мне надо, чтобы он заклинивался. Вы находились в задней стоечке. Уходи назад. Еще. Заходи. Вот. Ножками зажал, ручничок. И все время колесо должно клинить. Передний. Передний. Про передний надо взять. Передний нужно. Передний. Задний не надо трогать сейчас. Вот. Что надо сделать?
Уйти назад максимально. Вот. И мне надо, чтобы вы переднее колесо у вас клинило. И заклинившее колесо толкать вперед. Если вдруг складывается мотик, там, ну отпустите ручник. Не надо хватать и падать. Понятно? Потихоньку прижали. В конце концов, мне должны от той фишки до этой протолкать колесо заклинившее. Проехали. Здесь отпустили ручник, прокатились. Выехали на ровно. Толкаем. Вон она белая, видите? Угу. До нее отпустили ручник, прокатились сюда, поперек. И опять толкаем. Это до белых фишек надо протолкать. Вот в ту сторону до белых фишек. Вот это вот как раз. Угу, понял. Понятно? Да. Понятно все. Желательно передачу, уйти назад, выровнять руки, потому что вот так вот вы не сможете побороть мотик. Поэтому убираем прям косточками в руки и ручничком зажимаем потихоньку, плавно. В конце концов должно колесо заклинить. Вы должны балансировать и толкать его максимально вниз. Понятно? Вот она первая передача. Одновременно придется и давить ручник, и добавлять. Пробуем. Ты несешься. Стой! Класс, приседай 20 раз. Мы же лава заработали. Нельзя так делать. Сказали, поворот направо. Ладно, промахнулся. Аккуратно выйди и все. Ребята едут, ты несешься, фраер. А если бы ты их посбивал? Где безопасность? Где внимание друг к другу? Ребят, сейчас поедете, запоминайте, где стоят колышки эти беленькие. Старайтесь до них додерживать. И заезжаем внутри, Андрюш. И выезжаем внутри. Мы их не объезжаем по наружу. Для чего? Чтобы у вас вот этот обратный поворот был резче. Понятно? Максимально резкий. Повороты сидя, прямые стоя. Торможение перед, зад, коробка передач. Старт, поворот, раскручка. Выровняли, взрыв и понеслись. Туда прыгаем максимально далеко. Старайтесь задерживать, он до фишки одной, он на другой. И на сброшенном газу старайтесь прыгать. Тогда вам не придется тормозить ни в поворот, ни в тот поворот. Понятно? Понятно? Затормози, начинай разгоняться, чем ты на повышенное взлетаешь, уезжаешь в огород. И уже неуправляемый мотик, ты просто повезет, не повезет, летаешь. Но мы же должны управлять мотиком, мы четко должны понимать, где мы открываемся, где мы наклоняемся. Вот. Коленочки при торможении выравниваем. Понял, да, как машинком пользоваться? Я смотрю, прям тебе понравилось следующий. Я вот это даже чуть-чуть дальше. Вот.
Я сюда держу, мы нас брошим. Оп, и прыгнули туда на поворот. Желательно на переднее колесо. Дышать, дышать, все неправильно. Здесь колени при торможении не выравниваешь, они согнуты у тебя. Прокатываешься поворот с выжатым сцеплением. Я когда учил выжимать сцепление в повороте? Ну, я не помню. Да, это спешка. Понимаешь, когда нужно прокатился, максимально выровнял быстро мотик и стартанул. Все. Ты выжал сцепление, уехал в огород, там прокатился, сюда уехал, туда. И вот там над фишкой только газ открыл. А ты должен открыть вот над третьей фишкой. И вся спешка, понимаешь? Быстрее это не получается. Получается медленнее из-за того, что ты спешишь. А? Если я дальше пытаюсь натопить, я улетаю с поворота. Ты не на, ширевой передаче. Ты не даешь разогнаться мотик. Прокат вторая, третья, четвертая. Кань. Она не поехала. Каждую передачу надо раскручивать. Дайте разогнаться мотику. При подходе надо остановиться так, чтобы вы вот на третьей фишке открыли газ. Понимаете? А вы открываете на белой фишке. Потому что вот это все, вы летите, неуправляемый поворот, не понимаете, куда вас вынесет. И мне, я же объясняю, не за фишку едем, а перед фишкой едем. Поэтому все торможение до поворота, максимально подсели на бак, это же обратный поворот, сели на ребрышко, наклонили мотик, и уже на третьей фишке на выходе выравниваем и открываем газ. Это самая выгодная траектория. То, что вы вытворяете, уезжать, это Андрюха уехал, от центра поворота на 5 метров дальше развернулся и опять поехал туда. Смысл? Я ты туда добавил себе километр с круга. Зачем? Длинная траектория. Плюс это ж ты катишься, это ж и не разгоняешься, и не тормозишь. То же самое у тебя. Ну, у Димона получше немножко, он попадает в ближний. Но он проигрывает на разгоне, начинает наширивать передачи, думает, так будет быстрее. Не будет, надо докручивать каждую передачу. Отдыхать. Посмотрите, сейчас будет упражнение такое. Разгоняемся от белой фишечки, остановились, стартанули. Повернули, проехали, вот она белая фишечка, остановились, старт в поворот. Выехали до следующей, остановились. Стартанули. Стартуем по-нормальному. Понятно? Именно. Старт, поворот. Обратно едем. Вон белая фишечка. Перед ней остановились, стартанули сюда в поворот. Понятно? Oh.
Вообще это старт. Yeah.